Найбільше чекало на появу суддів у залі ось це шестирічне непосидюче дівче. А все тому, що ще з вчорашнього вечора вона мріяла, як першою вийде на сцену Дніпропетровського кастингу. Здравствуйте, дорогі телезрителі. Мене звуть Діана. Я сьогодні буду розказувати стихи. А писати даже невозможно, як я хочу виграти. В очікуванні заповітної миті Діана спромоглася вивчити кожен закуток у театрі, перезнайомитися ледь не з усіма учасниками і навіть випробувати на собі їхній талант. Та ледве судді присіли на свої місця, Діана щодуху рвонула за лаштунки. Здравствуйте! Які красиві дівчатки к нам прийшли, пожалували. Давай познайомимося. А ти хто? Діана. Ти сцени не боїшся? Ну, я вижу. Только... Что-то большая сильно? Ну, давай мы представим, что это маленькая полянка в лесу. Хорошо? А там везде большие деревья. Вот это тебя уже ждут. Выходи. Боже, какая красота к нам пришла. Здрасте. Здрасте. Так, и кто это к нам пришел? Как тебя зовут? Диана, мне 6 лет. Диана, у тебя такое красивое платье, такое красивое имя. Откуда ты к нам пришла? Из Днепропетровска. Чудесно. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе. А кем бы ты хотела стать в будущем, когда вырастешь? Археологом. Кем? Мне очень нравится изучать динозавров, особенно их скелеты. Класс. Скажи мне, пожалуйста, здесь у меня написано, что ты любишь розовый цвет, мальчиков и деньги. Это правда? Ну, с розовым все понятно. Ладно, мальчиков. У тебя есть любимый мальчик? Куча. У меня в саду, еще и во дворе. И в саду, и во дворе. Ой, мальчики. Еще и из другой группы мальчик. И из другой группы. А кто, он за тобой или ты за ним ухлестываешь? Ну, так, по-честно, между нами, девчонками. Мы обои за друг другом. Обои за друг другом. У него есть друг, который мешает все время мне с ним быть. А что ты косишься на дядю Влада? Ты уже его туда же, да, в кучу? Я смотрю, уже хочешь кучу так подтянуть. А какие тебе мальчики нравятся? Все. Вот так, дядя Влад. А такие, как дядя Игорь и дядя Влад? А что с ними делать? Вот именно. Мы в кучу не помещаемся. Не, ну... Да не, не, не. А небольшая шо? Просто. Гурьбой всех люблю. Осталось выяснить, что за стихотворение ты нам сейчас прочитаешь. Называется «Ходит наша бабушка». Давай. Ходит наша бабушка, палочкой стуча, говорю я бабушке, вызови врача, выпьешь ты лекарство, будешь ты здорова, если будет горько, ну что ж тут такого, ты потерпишь чуточку, а уедет врач, мы с тобой на улице поиграем в мяч, будем бегать, бабушка, прыгать высоко, ну что же тут такого, это так легко. Еще не конец. Не конец, не конец. Продолжай, продолжай. Да, просто надо мне под конец чуть-чуть сосредоточиться. Говорит мне бабушка, что мне доктора? Я не заболела, просто я стара. Просто очень старая, волосы седые. Где-то потеряла я годы молодые. Где-то за далекими, за лесами темными, за горой высокою, за водой глубокою. Как туда добраться, людям неизвестно. Говорю я бабушке, вспомни это место. Я туда поеду, поплыву, пойду. Годы молодые, я твои найду.
замечательная девчонка у нас на сцене, потрясающая. У меня слов нет. Ты не просто талантливая девочка, ты какая-то уникальная девочка. И мне очень приятно, что ты пришла и так красиво прочитала стихотворение. Не, ну меня так и учили, потому что это стих. Супер, умница, браво. Ну, слов нет. Влад, что ты скажешь? Диан, я думаю, что у тебя не талант. У тебя талантище. Огромное. Спасибо. А это значит, что наше шоу нуждается в тебе. Ты умничка. Да. Спасибо. Дядя Игорь, а что скажешь ты? У меня не мой слив. Классная девчина, классный репертуар. Артистка готова. Навіть в 6 років ти робиш все краще, ніж дяді і тьоті, які виходили до тебе на цю сцену. Я тобі кажу так. Спасибо. Я теж тобі говорю, да, ти унікальна дівчинка. Оставайся з нами. Слушай, я скажу тебе, как там родители, я думаю, да, я просто тобой гордилась. Я даже плакала, когда ты читала это стихотворение про бабушку. Так это было трогательно, ты знаешь? Ты очень красиво рассказала его, на самом деле. Ты рада?